Около 7 часов вечера в Пресненском районе столицы России в общей сложности из-за скачка давления в газовой магистрали загорелись 18 квартир в 13 домах. Общая площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Пожары в 10 квартирах люди ликвидировали самостоятельно. В 8 квартирах с огнем справлялись пожарные. В результате пожара в жилых домах в Москве, по уточненным данным, пострадали минимум 6 человек, уточнили в МЧС России. Эвакуированным жильцам уже разрешили вернуться в свои квартиры. В домах есть тепло и свет, но газа нет. Тем, кому возвращаться некуда, предоставили номера в гостиницах.